Одна из задач сегодня перед комиссией по безопасности дорожного движения – это обеспечение бесперебойной доставки детей к образовательным учреждениям. В целом, состояние школьных маршрутов сегодня удовлетворительное. Проблемными остаются несколько дорог. Проблемные – это Кедерня, 2 километра, затруднен проезд, дождливую погоду. На Новолокте дорога от Новолебедевки до Михайловки – то же самое. Участок находится в неудовлетворительном состоянии. Школьный маршрут в Кедерне комиссии решено взять на особый контроль. Также внимание уделили дорогам к местам массового отдыха детей. Проблемное место – это санаторий «Орбита» с Кировским. Да. То есть опять ставят вопрос о том, что подъезд к лагерю находится на территории Искитимского района. Дорога проходит по полю. В данный момент опять там ничего не сделано. В такой же ситуации оказалась дорога к лагерю «Бригантина». Она проходит через боевые земли, и через земли лесного фонда. Поэтому даже и на перспективу загадывать не следует, что когда-то эти земли могут быть оформлены. Ладно, если по землям лесного фонда, хоть он длительно решается вопрос, но он все же может быть решен. А по боевым землям тут, конечно, это большой вопрос. В летний период на особом контроле тема безопасности детей на дорогах. Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут беседы с учениками и их родителями.